На прошедшей неделе в четверг ездил в Москву, отель «Мариотт» на Петровке. Ездил на метро, потому что там негде поставить машину. И вот сейчас я туда иду. Была встреча с руководством открытия «Брокер», которое созвало в лице генерального директора и замгенерального директора. И они отвечали на самые-самые острые вопросы инвесторов, которые, в общем сказать, были. Ну, посмотрим, что будет. Здравствуйте, я нахожусь в отеле «Мариотт» на Петровке в Москве. Сейчас будет встреча генерального директора открытия «Брокер» с прессой, с журналистами, с инвесторами. Я сюда приглашен тоже. Ну, будут новости, послушаем. Я думал, что это будут новости про объединение с ВТБ, но мне сказали, что этот вопрос тоже будет освещаться, как бы. Ну, в общем, сказать, пока объединения не будет. Что будет, расскажу, что будет на встрече. Уважаемые гости, доброе утро. Меня зовут Андрей Шенк. Я в компании «Открытие инвестиций» отвечаю за развитие инвестиционного консультирования. Но сегодня я буду выступать в роли модератора. Позвольте мне представить спикеров. Это Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие инвестиций». А Аиша Кузнецова, заместитель генерального директора «Открытие инвестиций». Примерно полчаса основные спикеры расскажут свое видение происходящего, расскажут о том, какие решения и как принимались. Я надеюсь, ответят на большинство вопросов, которые мы предварительно собирали, и их закроют. Затем мы примерно час посвятим вопросам и ответам со стороны вас. Здесь я попрошу, чтобы мы соблюдали определенные правила. У нас ведется трансляция. Трансляция записывается, она записывается как аудио, так и видео, поэтому снимать нас необходимости нет, но если вы хотите, вы можете это делать. Давайте начинать. Юр, тебе слово. Проверка. Добрый день, уважаемые клиенты, в первую очередь, и некоторые журналисты. Давайте я постараюсь за умеренное время рассказать о том, как мы проходили санкции, что мы делали с бумагами, чтобы на какие-то вопросы ответить заранее. Потом всегда будет возможность задать уточняющие вопросы в конце уже всей серии вопросов и ответов. Ну что, друзья, встреча с инвесторами только что завершилась. Надо сказать, что, в общем, большой респект открытию «Брокер». Руководство открытия «Брокера» лично вышло. То есть был Юрий Маслов, генеральный директор открытия «Брокер», и его заместитель, они отвечали, в общем, на самые-самые острые вопросы инвесторов, которые касались блокировок, НРД и так далее, и так далее. Полностью я вел репортаж, как смогу, опубликую. Ну, качество, как вы понимаете, будет просто обычное. Вот. Достаточно длительная встреча. Вопросы были очень острые, эмоции переполняют, потому что люди потеряли буквально там сотни тысяч долларов были вложены, и непонятно где они, так сказать, были маржинальные позиции и так далее. И люди, естественно, в шоке. Вот, так что, но если кого-то утешить, что кому-то еще хуже, наверное, многим, сказать, да, было болезненно, эмоции были. Смотрите, какие вопросы были заданы. Еще раз хочу сказать, что непосредственно вот открытие, буквально генеральный директор отвечал на вопросы, как мог, по крайней мере. Вот. Большое уважение, на самом деле, открытию «Брокер». Вот. Что касается меня, то, в общем, я никуда не собираюсь уходить. Более того, я собираюсь
увеличивать свои инвестиции в открытие брокерства. Судя по всему, это будет уже инвестиции, ну, в рублевые какие-то бумаги. Посмотрим на развитие, потому что, ну, какой смысл уходить к кому-то, если всюду плохо. Я, вообще говоря, надеюсь, что весь этот кошмар, в общем, сказать, достаточно быстро завершится, по крайней мере. Ну, я исхожу из этого, я верю в лучшее. Ну, а как вы, я не знаю. Смотрите репортаж, он будет полностью, ну, там, длительный, больше часа. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Дмитрий Коробьев.